Всем привет! Сегодня 12 апреля, день космонавтики. Планируем, как обычно, намечается по пятницам в 20 часов по времени Астаны. Сегодня, может быть, чуть больше будет лотов именно в честь Дня космонавтики. Как пруф, цены будут самые нижайшие на рынке, дешевле банка, дешевле интернет-магазина. Вот для примера лот номер один ЖТ Казана. Посмотрите, сколько сегодня в интернет-магазине. Цена на несколько тысяч больше. То есть внизу идут синенькими это цифры, которые обозначают тысячи тенге. Лот в рамочке номер. Вот, например, лот номер два. Салют 200 тенге пруф. При необходимости коробочку вскроем. И внизу цена 3000. Вот лот номер 3. Наш жетон от канала 7 тенге. Только сегодня. Именно для тех, кто будет участвовать в прямом эфире. Вот такой эмалированный прекрасный жетон. Тесау Кису. Всего за 1000 тенге. Внизу, напоминаю, будет вот так вот циферками стоять цена. И так далее. К примеру, лот номер там Беркут. Поставим цену там, вот лот номер 6, к примеру, окунь, также цена будет вот стоять внизу, то есть как бы понятно, это города и так далее, и так далее. Потом писать надо будет на WhatsApp Игорь Павловичу или Антону, или же Сергею Леонидовичу продублировать, если будет, не будет. Только писать, ни в коем случае не звоните. На будущее планируем вам помощников показывать. Вот телефоны Виталий с Караганды, Александр, Николай. Они работают по почте зарубежья, Украина в том числе, Россия. Непосредственно в России находится вот Сергей Анатольевич, Андрей с Новосибирска. Это их телефоны. Вот рекомендуем, надежные ребята работают именно в России. И по России. Так что телефоны можете заранее выписать и писать только на WhatsApp. Будем стараться по пятницам проводить различные мероприятия в прямом эфире, выставлять различный товар, менять постоянно, чтобы не было повторов. Допустим, если фарфор, то уже будет другой фарфор, другие цены. Это ошибочная цена со старого лота осталась, не волнуйтесь. Цены только-только сейчас устанавливаем. Буклеты показывать много без помощника очень тяжело. Также, чтобы было понятно, к примеру, вот лот номер 20 за 3000 будет идти именно вот в упаковке, но без пруфа, без монеты пруф. Но в любом случае это не цена. Для 7 монет. Некоторые по 200 тысяч за такую монету просят. Также расшифруем лот номер 15. Вскроем нашу заначку. Что там? Бонов добавим. Бонистики. Вот, к примеру, хороший лот к Дню космонавтики. Блистер от канала 7 тенге. Цена, как вы видите, 3000. По другим лотам будем еще... Также много разговоров, но это все уже оставим для прямого эфира, чтобы всем было интересно. Вот такие вот значки канал 7 тенге, в частности, делает лоты. Вот будут дешевые на выбор ваш. Как вы понимаете, цены будут весьма-весьма доступные. Так что приглашаем. Да, также будет инвестиция. Представлено в количестве как двухунцовые барсы, так одноунцовые. Практически первый раз все разобрали, как вы видите. Посмотрите курсы по золоту, по серебру на сегодня. Огромные скачки по золоту, в частности, и по серебру. Более-менее тоже скачок произошел на бирже. Так что цены, я думаю, будут радостные. Продукции постараемся больше затронуть. Стола уже не хватает, даже хоть раздвижной, но тем не менее места нету, поэтому тяжело.
разложить 100 лотов, но будем стараться расширяться благодаря вам, уважаемые зрители. Также вот оптовые лоты будут по никелю представлены и другие виды. Все покажем, расскажем. Вот такой мешочек, 77 лот, 16 блистеров с монетками, 16 городов за 16 тысяч тенге. Курс ориентировочно на сегодня 4 в рублях, 4,8 к рублю. Так что доллар на сегодня, грубо говоря, 450 тенге. Поэтому также будем показывать. Это вот пинцеты будут в довесок идти. Филателия. То есть для детей также будут различные лоты для начинающих. Естественно, что-то будет в единственном экземпляре, как вот эти вот альбомы идти. Потому что второй такой дубль создать очень тяжело. Но, тем не менее, тему будем поддерживать. Приглашаем. Надеюсь, все будут довольны.